Здравствуйте, уважаемые трейдеры, клиенты компании A-Markets. Из данного видео вы узнаете, как восстановить пароль от личного кабинета на сайте компании и от торгового счета в терминале. Для восстановления пароля от личного кабинета на сайте компании достаточно нажать кнопку «Забыли пароль», расположенную на странице ввода логина и пароля. В открывшейся затем странице необходимо набрать ваш адрес электронной почты, указанный при регистрации. После чего вам будет направлено письмо со ссылкой, перейдя по которой можно будет указать новый пароль для личного кабинета. Для установления пароля от торгового счета нужно написать письмо на dealer@amarkets.org. Адрес этой почты указан в разделе «О компании. Контакты» на сайте A-Markets. В письме обязательно необходимо указать ваш номер счета, для которого требуется восстановить пароль. Также обратите внимание, что перед отправкой данного письма необходимо пройти верификацию в личном кабинете на сайте компании. Сменить пароль от личного кабинета на сайте можно в разделе «Мой профиль. Изменить пароль». Сменить пароль для торгового счета в терминале MetaTrader 4 можно в разделе «Сервис», «Настройки», «Сервер» и затем нажать кнопку «Изменить пароль». Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!